Тик-так, часики, тик-так, часики, часики, тик-так. Время доходит 11 часов утра. Время московское. Сегодня у нас на календаре вторник, 22 августа. Если бы что, у меня сегодня была бы зарплата от YouTube. Но так как у меня не сделан, не оформлен способ вывода, никакой зарплаты я сегодня не буду. Опять все в копилочку, опять все будет накапливаться. Ну так, проснулась я давно уже? Ну, часик точно. Часик точно. Балкон закрыт. Сейчас думаю закрыть и этот балкон, чтобы включить кондиционер. Ибо очень жарко. Хотя, в принципе, я сейчас пойду варить кофе. Так, это коврик у меня от этого, от ванны. Сейчас пойду варить кофе и все равно буду сидеть курить на балконе, да? Поэтому. Так, кружечку надо взять. Со вчерашнего дня стоит. Со вчерашнего утра, вернее. Там вода стоит на этот, ну, на выброс. Так. Не видно, да, ни хрена? Ну вот как все это выглядит. Полотенце вчера использовала, которое для рук. Использовали. После занятий любовью принимали душ. Вдвоем. Так. Что мы тут имеем? Опять у этой девки посуда не мытая. Опять. Она такая наглая, она себе это может позволить. Тут полнёхонько раковина посуды. Я вчера маленько помыла. Помыла. А что, блядь, должна весь вечер положить? Это просто он второй раз уже ел. Я уже подогревала его в сковородке. Второй раз ел перед тем, как пойти домой. Кофе тут мы варили. Так, в общем, что мне нужно сделать? Мне нужно поставить кофе и пойти в душ. Поставить кофе на плиту. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Я даже не показала себе сейчас еще свое прекрасное лицо. Ну как так? Сейчас покажусь. Как обычно, вся в поту. Как обычно, вся в поту. Просто. Просто-то. Нещадно. Нещадная жара. Нещадная жара. Посмотрите, про. Ой. Я вчера мылась, прям чистилась, вот так вот, прям чистилась. Тут, конечно же, я голенькая. Конечно же, я всегда такая хожу дома. Поэтому сейчас очень сложно снимать. Да и вообще как-то голова плавится от любви и от жары. Ну и, естественно, хейтеры напишут от отсутствия мозгов. Так, надо не забыть кофейку положить в турочку и пойти в душ. И пойти в душ. В душ. Так. В душ. Вчера, короче, я готовила сама лично к приходу его с работы. Но он мне написал, короче, я ему написала в половине шестого, чтобы он вышел с работы, а он увидел сообщение только поздно. Без 20 я поставила в духовку без 20. О, так, это мы вчера фрукты ели. Все, тут то, все, 5-10. Сегодня вторник, надо на рынок идти. У меня из овощей. Так, маленько баклажанов, маленько кабачков, огурчики, лук, перец. А мне сегодня еще нужно идти куда? В банк. Одна курочка осталась от вчерашнего ужина. А, короче, было с картошкой. Я сама мариновала. Сама все делала и сама в духовку поставила. Он прям обалдел. Он думал, я не умею готовить. А я так вкусно приготовила. Вот в этой чашке мариновала. Вот в этой. И, короче, салат делала. Ну, короче, я вчера маленько посуду помыла. В этой тарелке был салат. Ну, короче, все, что я вам базарю? Все тут. Кофейный кушка, так все. Все. Что я вам базарю? Пошла я в душ. Да.
Блядь, он не когда-нибудь сломает его. Постоянно его переворачивает. Он высокий, чтобы башкой своей не стукнуться. На единочку сделаю. Сейчас разговаривала с Виталичкой по телефону. Не по телефону, по голосовым. Рассказывала мне о своих делах. Я ему о своих. Мы сейчас с ним друганы. Кто не понял, то Виталичка это мистер ВВ. Как там, интересно, мой кофе? Сварился, нет? Так, полотенце. Мне нужно тоже научиться вытираться вот здесь вот. Вот мой мужчина вот помоется, вытирается здесь. Сюда уже потом выходит сухими ножками. Так, полотенце. Сбежала, кофе на плиту, сбежала. Эй, Инна, Инна. Вот сейчас время 8 минут 12. Я сегодня пойду. Новость прекрасная. Мне сделали банковскую карту. Вчера прислали сообщение от Кювейтбанка. Ой. Так, это я просто не собирала. И почему не задвинула ящик, не знаю. Синенькую просто. Кстати, сейчас вот такими вот гандонами пользуемся. Чекайте. Как качество, пишите. Мне без разницы. Вчера спал. Прям в меня. Бля, ну и паника была. Прям спал. Ну, уже 7 штук осталось, поэтому... Два предыдущие было нормально. Третий спал. Не выдержал напора. Так. Так, сообщение. На турецкую сим-карту. О, так. Платиновая карта готова к выдаче. И в течение 20 дней будет ждать меня в Кювейтбанке. Пойду сейчас. Вчера пришло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, эта кружка не мытая. Мыть не хочу. Что тут у нас есть на повестке дня? Вот такая. Неплохая. Сейчас с сигареточкой. Я вчера так напоролась. Прям сегодня даже есть пока не хочу. Даже бутербродик не хочу. Ну как так опять убежала, блядь, кофе? Ну как так? Ну вот гляньте. Вот гляньте, была адекватная плита. Видите? Адекватная была. И что это вот такое? Нужно надеть что-то приличное на себя и идти на балкон. А можно и не одевать. Ну тогда неудобно будет видео записывать. Блять, это кто? Это кто на балконе у меня ползает? Блядь! Вот такие тараканы на набережной. Куда ты, блядь, пополз? А! Я напугалась больше и кофе разлила. Этот падла убежал вон туда в угол. Вон он. Блядь! Я думала его раздавить. Фу. Пыталась собрать... Его только что не было. Я только что была на балконе. Я пыталась собрать белье. Блядь, он в углу. Ладно. Потом попрошу, кто-нибудь достанет его оттуда. Вот это вот платье надену. О, фу, блядь. Отрезала вот эти вот бахромушки. Помните, у меня было рваное полотенце? Все такое истрепалось. Нужно зашить. Потому что полотенце очень хорошее. Впитываемость потрясающая. А порвалось оно из-за того, что висело мокрое на крючке. Понимаете, вот это вот вместе, ровно на середине.
Там, где мокрое было, висело на крючке, порвалось. Надо отнести к портному, вот так вот чик-чик-чик-чик-чик сделает. 20 лир за это возьмет, а полотенце стоит такое 200 лир. А оно потрясающее. Оно так впитывает хорошо, такая махра чудесная. Вот, срезала эти штуки. Так, надену-ка я платье. Блять, пиздец, этот жук. Так. Ножницу уношу все. Салфетку уже бросила. Уже протерла. Кофе то, что разлила. Сейчас приду. Блять, этот жук как выскочит еще. Вот его еще не хватало, да? Так, подожди. Я сейчас курить буду. Полотенце, чтобы не пропахли. Но они и не пропахнут. Дверь в спальню закрыла. Немножко сейчас откроем. Помахала девушке, в хамаме работает. О. Какая роскошь, а? Такая роскошь. Ой. Хо. Волосы бы надо покрасить. На рынок идти сегодня? Думаю, да. Блять, что с этим жуком-то делать? Надо как-то его вылавливать. Как он тут вообще оказался? И пыльница. Деревьев вокруг нет, балкон закрыт. Ну, жуку много ли надо залететь? А. Ой, как хорошо. Короче, я думаю, вчера. Ладно, надо помириться. Надо помириться для душевного своего спокойствия. Думаю, не буду я манипулировать больше. У меня все обвиняют, что я манипулятор. Ну, короче, приготовила я вчера ужин. Он сразу же после работы, не заходя к себе домой, пришел ко мне. Так, болтали что-то. Поели, он был удивлен, что я сама все сделала. У меня уже к тому моменту был стол насервирован, салат сделан. И курицу, он мне только написал, что да, я приду, да, я принимаю приглашение. Спросил, что-то нужно купить. Я говорю, нет, ничего. И он пришел, а я курицу поставила 10 минут назад. И уже пахло едой. Ой, такой, что ты готовишь? Я говорю, ну я тебя же пригласила на ужин. Он говорит, я думал, мы вместе будем, ну типа как обычно. Я говорю, я сама. Сказала, очень вкусно. Очень вкусно, сказала Инночка. Я говорю, будешь еще есть, если я буду готовить? Да, да, буду. Вот так вот. Все, я так счастливая. Немножко кризис 3 месяцев длился 3 дня. Так, надо карту получить банковскую.
Карту. Ничего не поддувает. Ну просто солнышко уже здесь, поэтому я здесь открыла легко. Если было бы раннее утро, солнышко бы вставало здесь. Здесь было бы невозможно. Сейчас все переходят на Яндекс.Дзен. Все переходят на Яндекс.Дзен. Виталичка, мой друг, мистер ВВ, тоже перешел на Яндекс.Дзен. Я своего друга, вам тоже хочу про него рассказать. Ну, короче, я ссылку оставлю на его Яндекс.Дзен. Переходите. Переходите, подключайтесь. Ну, чтобы из России смотрели на Дзене. Потом еще Лена Забинкова тоже хочет перейти на Яндекс.Дзен. Потом я на Леночку тоже вам ссылку дам. Чего ж-то мои подопечные, как не дать? Леночка сделает Яндекс.Дзен, я тоже на нее ссылку скажу. Вот, и сегодня, в сегодняшнем видео оставляю на Виталичку ссылку. Да, длина волос такая уже. Красит, наверное. Схожу в банк и покрошу волосы. Угу. Вот смотрите, хоть и жарко, как сказать, солнце такое активное, а у меня волосы как были мягкие, просто, мягчайшие, просто, шелковые, так и остались. Это потому что что? Это потому что я их не жгу краской. Хной пользуюсь, вот, красиво так и получается. Как Пушкин. А знаете, я без разницы, вот девчонки говорят, кто вот, знаете, привык носить волосы этим, кто привык носить прямые волосы, здесь ничего не поможет. Вот в данном, в августе, летом ничего не поможет. Влажность дикая, влажность просто дичайшая. Девчонки все жалуются, выходят на улицу, и вот такие вот спиральки получаются. Хоть выпрямляй с утюжком, стой, хоть не выпрямляй, но я-то никогда не выпрямляю. Мои любимые, все хорошо, чего и вам желаю. Подводим итоги видео. Жизнь прекрасна и удивительна. Я счастлива. Оставляю вам ссылку на Яндекс.Дзен своего друга, мистера ВВ. Подключайтесь к нему, присоединяйтесь. Если меня любите, присоединитесь. А кто плохие, те можете не присоединяться. Потом еще на Леночку ссылку оставлю. Обязательно потом, когда Леночка создаст Яндекс.Дзен, на Леночку оставлю. Все. Еще напишите мне, девочки, вот безопасные дни. Предыдущие месячные у меня наступили 26 июля. Это вчера после того, как гондон посветил. Он такой, типа, так что будет? Я говорю, мы будем родителями здорового, красивого малыша. Вот что будет. Но я специально его подстрекаю. Я знаю, нихуя не будет. Ну, короче, за неделю до месячных безопасные жизни. Все же в порядке. Просто я не хотела бы еще раз, вы знаешь, вот думать, беременная, блядь, я или не беременна. Если мы делаем ребенка, то мы делаем ребенка. Сейчас мы пользуемся гондонами. Короче, не надо мне вот. Я уже ходила, тест делала на беременность. Два раза делала тест. Ну, когда вот та ситуация была по весне. Мне не надо. Мне надо все чинно, важно, с расстановкой. И я, короче, мы вчера такая говорим. Если что, я аборт делать не буду. Он такой, конечно, нет. Конечно, нет. Аллах его не простит. А потом скажу, когда месячные наступят, скажу, не в этот раз, дорогой. Не в этот раз ты станешь папой, не в этот раз.
20, смотрите, в июле был 31 день, в августе тоже 31 день. 26 июля были, значит, 26 августа, сегодня 22. То есть месячные у меня должны прийти 23, 24, 25, через 3 дня. Я считаю, что эти дни безопасны. Нет, так нет. Такие, да, пушки? Пушки нахрен. Вечно сырые пушки. Видите, какая у меня шевелюра. Такая тигра львовна, да? Сейчас пойду в банк. И у меня будет карта. Там будет лежать 10 тысяч лир. Или 11. Короче, сколько-то. Вот меняла $400 на день обмена. Там будут деньги лежать. Мне мой мужчина вечером покажет, как пользоваться банкоматом. Хотя Кювейт-банк, он вроде бы там есть русский этот, Ну, мало ли, какие-то возникнут у меня трудности. Все, еще буду ходить с картой. Чик-чик-чик. Он мне говорит, я бы тебе дал карту, но я госслужащий. Я думаю, еще не хватало, чтобы ты знал о моих поступлениях и о моих расходах. Вот еще этого не хватало. Ага. Чтобы я тебе отчитывалась за свои же деньги. А приложение же у него, карта будет видна в приложении. Неужели он, блядь, не посмотрит? Я бы тебе дал им на карту. Но я же госслужащий. Я тебе могу дать только свою карту, чтобы ты ей рассчитывалась. У него одна зарплатная карта. Зиратбанка. А у меня Кювейт. Ха-ха-ха. Даже не подходит. А если что, то мне Надюшка поможет открыть карту, если мне нужна будет долларовая. Чтобы не 5000 долларов платить, как все иностранцы, а в Акифе. У них контракт, видимо, заключен с их агентством недвижимости. Там нужно будет положить всего лишь 1000 долларов. Ну, если я решу перейти с Ютубом на Турцию, выводить деньги. Пока решение не принято. Тот момент, помните, я сейчас это быстренько скажу, тот момент, что я хотела перевести деньги на в Райффайзинге, оставить на евросчете, нет, не получилось. Раз у меня AdSense открыт в долларах, то я могу со своего долларового счета в AdSense, на счет Евробанка поступить. Но раз деньги поступили в валюте евро, я писала в чат поддержки банка, в Райффайзинг, раз валюта поступила в евро, без разницы на какой счет, все равно будет комиссия браться в размере 500 рублей. А с 1 сентября, что ли, мне вчера Артем прислал? Сначала Артем, потом Темушка мой Воронов прислал. Сначала Тема, потом Виталия с периодичностью, может быть, минут там 10 прислал. А Райффайзинг то ли с какого числа? Подожди, сейчас я с Виталькой. Он у меня просто первый, только что с ним переписывалась. Так, что? Он написал мне, Райф в конец охуели. Где, блядь? Подожди. Так, Ирина мне что-то прислала из Красноярска. Так, Артем. С Тёмушкой легче найти. Райффайзинг повысил до 1000 долларов минимальную комиссию за входящие переводы. Сентября ужесточит. Тёмушка мне прислал, а потом Виталия прислал. Но с Виталией сегодня все утро переписывалась, поэтому с ним сложно найти переписки. А Тёмушка мне вчера просто новость прислал. Так, мне еще, я сейчас пойду в Кювейт банк, мне еще нужно будет дойти до отеля, где Артём останавливался. Чтобы когда они приедут, он забыл взять у них контакт, чтобы бронировать напрямую. Чтобы когда они приедут в сентябре, чтобы остановиться там же. Потому что локация очень удобная, цена доступна и номера большие. То есть такие вот мини-квартирки. Как хорошо, да, волосы лежат? Обожаю. Девчонки, не обесцвечивайте волосы. Не надо.
Все равно ведь видно, что вы, допустим, не натуральные блондинки. А все не натуральные, они красиво. Не надо, девочки, не обесцвечивайте. Берегите свои волосы. Не видите, красиво? И охуители. Что делать с тем жуком на балконе? Короче, Райф, $1000 сейчас будет. Бля, это пиздец. А мне Виталичка до этого сбрасывал список банков Российской Федерации, где есть, где SWIFT не отключен. И вы не представляете, там такие банки, типа Акбарс, ну какие-то неизвестные. Таких банков у нас не в Каменске, может, в Екатеринбурге, конечно, и есть. Еще же есть всякие фирмы, которые помогаторы помогают деньги выводить. Но у меня не такая критичная ситуация. Я не хочу никаким помогаторам обращаться. Я буду выводить деньги только на свой счет. Я за безопасность. Я за безопасный секс. Я за безопасные переводы. Я за безопасность своих волос. Все, короче. Улыбаюсь своим мыслям. Так, все. Проездка дня. Сейчас закончится обед. Время 11:38. Закончится обед. И я пойду в гостишку. Там насчет Артема узнать. Сейчас пока Василек закажу. Сейчас смонтирую видео, закажу Василек. Ни с кем болтать не буду, потому что отвлекаться мне нельзя. Сейчас закажу Василек. Потом пойду в Кювейт-банк и в этот, в Тёмкин отель. Короче, что я хочу рассказать. Сегодня открываю почту. Пиздец, предложение, короче. Фирма предлагает мне на обзор взять столики рыбацкие по бартеру, блядь, не за деньги, по бартеру. Столик рыбацкий, чтобы я осветила, сделала обзор на своем канале. На кой хрен мне столик рыбацкий? Я, блядь, в ахуе просто. И на что рассчитывают люди? На что рассчитывают рекламодатели? Ну, короче, смотрите, например, у меня отец рыбак. Я бы, к примеру, жила бы я в России, я бы взяла этот столик рыбацкий, я бы его встретила и подарила бы папе. Ну, то есть и показала бы вам на канале. Но я живу в Турции. Фактически я не могу снять обзор в России, так как я сниму, никто не снимет. Ну, допустим, даже если кого-то просить. Папа у меня в кадре показываться откажется. То есть мне этот столик нужно все равно самой разбирать. Столик рыбацкий, еще и по бартеру. Вот за деньги я бы взяла. По бартеру я только Василек возьму. Потому что я реально им пользуюсь. А столик рыбацкий мне не нужен. Все, чао, крошки. Люблю вас, целую, обнимаю. Что делать с жуком на балконе, я не знаю. Может быть, до портного еще дойду, чтобы полотенце зашить. Он при мне его зашьет сразу, быстренько так. Щик-щик-щик-щик-щик. Ну, на самом деле, я не вижу смысла, зачем бросать полотенце. Оно вот распорото, и вот я обрезала, там вот так вот на машинке. Зачем бросать очень хорошее полотенце? Оно огромное, оно заматывается. Смотрите, белое. Это, кстати, полотенце было в квартире, когда я ее купила. Так, все, по 10-му кругу уже прощаюсь, да? Давайте все, пока. Я счастлива. Спешу с вами этим поделиться. Сегодня я вся в делах. Еще и надо пойти на базар, чтобы купить немножко овощей. Или, блядь, дождаться, пока все израсходую. Считай, баклажаны, кабачки есть. На один раз точно хватит приготовить, поесть. Может, не пойду на базар. Черешня есть, бананы есть, персики есть. Да не пойду, наверное. Че толкаться? Пойду на пятничный. Как раз у меня все потратится. Да, как раз у меня все потратится, потом пойду. Не, на базар не пойду. Буду отдыхать. Очень жарко. Очень жарко. А я сейчас вам скажу, сколько градусов. Сейчас вам, подождите. Сейчас. Так, поехали на такси за 2000 рублей. Сергею дали 1000 за его доброту. Ага, едет, блядь, с шампанским, с колбаской. Мне тоже пятерка подарила 3 бутылки вина. Короче,
Моя, короче, моя подружанька, ну, из Красноярска, помните, да, ее Индра первая, сейчас отдыхает в Анапе. Кстати, мои дорогие, она меня сегодня поздравила. Сегодня праздник, День государственного, так, флага России, 22 августа. Я вас поздравляю с государственным праздником. Совсем забыла. Я всех-то поздравила, вот сейчас зашла. Смотрите, отдыхает в Анапе. Сейчас я вам еще покажу ее фоточки. Так, подождите, вот эта фотография. Купальник. Купальник, вот видите? Такие вот. Вот Индра первая. Короче, она рассказывает. И смотрите, едут куда-то. Ноги фотографируют, бутылка вина. Тут у нее колбаска сырокопченая. Я вообще не могу. Отдыхает вообще по полной. Что-то хотела. Я забыла. Ну, не знаю, вспомню, потом скажу. Короче, все, давайте пока. Уже голова кругом от вас. Температуру воздуха я вам хотела показать. Подождите. Сейчас. Браузер. Погода. Захожу. О, так не жарко. Плюс 29 ощущается как плюс 33. Ясно, обновилось. Плюс 31 ощущается как плюс 38. Только что зашла, вот сейчас обновилась. Ну вот видите, погода так 11:43. Ощущается как плюс 38. Я-то чувствую, что жарко. А захожу такая, плюс 33. Думаю, ну ладно. Плюс 38. Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Высота волны сегодня 0,3 метра, периодичность 5 секунд, порывы ветра до 3 метров в секунду, ветер юго-западный 2,8 метра в секунду, слабый, порывы до 3 метров в секунду. Температура Средиземного моря 31 градус. Так, 31 градус. 38 сейчас у нас. Ну вот сейчас в обед выйду из дома, будет 42. Сейчас повышается и повышается, потому что вот сначала взяла температуру, раз, и тут же обновилась в руках. Да. На базар не пойду, лучше волосы покрашу. Чтобы быть молодой и красивой. Все сырое. Ну, короче, давайте, пока.